Привет, друзья! Состоялся долгожданный запуск телескопа «Джеймс Уэбб». Ракета «Ариан-5» с орбитальным телескопом «Джеймс Уэбб» стартовала в субботу с космодрома Куру во французской Гвинее. Космический телескоп «Джеймс Уэбб» — орбитальная инфракрасная обсерватория, которая заменит космический телескоп «Хаббл». В проекте создания телескопа участвовало более десятка стран. Аппарат стоимостью 10 миллиардов долларов преодолеет 1,5 миллиона километров до определенной точки за орбитой Луны и развернет зеркало, чтобы сканировать небо в оптическом и инфракрасном диапазонах. Джеймс Уэбб разработали, чтобы увидеть первые звезды и галактики. Он может обнаруживать объекты в 10-100 раз слабее, чем те, что может наблюдать Хаббл. У телескопа будут две основные задачи. Его первая миссия – исследовать ранние фазы мироздания, собирая инфракрасный свет из космоса, чтобы больше узнать о происхождении Вселенной. Вторая миссия – обнаруживать планеты, которые находятся за пределами Солнечной системы, и исследовать их атмосферы на наличие признаков неземной жизни. Джеймс Уэбб – не улучшенная версия Хаббла, а совершенно новый класс космического телескопа. Он крупнее и сложнее предшественников. У него составное зеркало, которое раскладывается в космосе, и уникальный теплозащитный экран, способный оградить от перепада температур в сотни градусов. Все ключевые системы дублируются, либо существуют в разных вариантах, чтобы всегда была возможность замены, если что-то откажет. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.